Так, друзья, покидаем Джона. Вот такой вот подъезд. Смотрите, здесь у нас все, в принципе, очень даже красиво, чисто, аккуратно. Фамилия негритянская. Да? Ага. Ин Диего. Симпатичная женщина такая. Да, симпатичная. Даже не европейский вкус. Да. Так, нам сюда же. Здесь такие местные знаменитости или... Это реклама, значит, какие мероприятия проходят, где футбольная школа, плавательная школа, школа, ну, общей физической подготовки. Это написано, что с такого-то по такое число у нас будет ремонт проводиться. Ага. Будет красить, то-то все, то есть обновляется. Интересно, что у них... Это же фамилии жильцов, правильно? Да. Вот это вообще интересная вещь. Вот видишь номер моей квартиры и фамилия. Вот 13-й подъезд, вот этот подъезд, 11-й подъезд, это с той стороны. Угу. Друзья, вот смотрите, как удивительно. ПВ означает все в открытую. Нижний этаж, да, все в открытую. ДВ, да? Первый этаж, это по-русски второй этаж над нами. Ага. А мой этаж, это ПВ называется. Ага. Другая система немножко. Это удивительно. Вот человек живет открыто, да, да, никто да. не скрывается, где он живет. Пришел, ты знаешь, в любом в квартире, кто где живет. Везде, по всей Швеции. Да, по всей Швеции. А это типа, наверное, главный в доме, это да? Это наш дом управ. Дом управ, да. Дом управ. Ко всем вопросам прощаешься, в случае чего. Угу. Вообще сила. Продукты нам привезли, я смотрю. Есть площадка, но ее сейчас ремонтируют. Угу. Видишь, повыкапывали старое, все будет установлено. Новые, да. Ага. Это мусорка вот это, правильно? Да, это мусорка. Это мусор для пищевых отходов. Угу. А вон там, желтое вот это здание, это мусор для... Больших таких, больших, да? Больших, разных других. Ага. Ты хочешь поснимать там, да? Не, так, нормально. Если хочешь, да, заснимем. Можешь зайти, да? Пойдем, посмотрим. Внутри там есть. Друзья, сейчас покажу вам мусорку. Бывает иногда и хорошие электроники, и хорошие мебель, да. У них такая вещь есть, вот мне сказали, если телевизор лежит, выкинутый, если у телевизора вот эта розетка, если не отрезанная, то значит этот телевизор работает. Да, правда это? Вот так вот, жизнь. То есть, если мы сейчас найдем телевизор с неотрезанной розеткой, значит его можно типа забирать, и он рабочий. Тут уже все разобрали. Вывоз мусора, вот здесь электроника обычная. Ага. А, это, между прочим, это, как называется, лампа инфракрасного или для загара, да? Угу, солярий. Ну-ка посмотрим. По-моему, она действующая, я могу себе забрать. У меня такой нет. Она действующая, да. А что ты с ней будешь делать? Можно загорать. А вот, смотрите, видите? Еще тут всякие режимы есть. Сейчас. Марки Philips. Видишь, розетка. Да. Вот розетка, друзья. Вот, это говорит о том, что она должна работать. Я правильно понимаю? Да. Смотри, все целое. Регулировки различные. Вот, так что... А что ты будешь делать? А, тут единственное, что... Нет, все нормально работает. Можно загорать и можно инфракрасные, ну, прогревать, если ты простыл где-то что-то, да? Угу. Может прогреваться и, так сказать, печиться таким образом. То есть, смотри. Но, в принципе, это больше для загара используется. А как ее загорает? Я что-то не понял, она слишком маленькая или... Нет, вот ее включаешь, становишься, садишься перед ней. И да она ты что? Облучает ультрафиолетом вместо солнца. А, ну, просто то же самое, просто такой как маленький, солнце... маленький размер. Домашний, да, нормально. Да, домашний. Ага. Все. Так, как ее вычистить? А, пошли ее возьмем. Люстра не нужна тебе? Нет. Нет? Пойдем. Старинная люстра какая-то. Да. Так, друзья, вот так вот солярий мы нашли, сейчас видите? Мы проверим дома солярий, но не сейчас, потом. Да, солярий здесь нашли. Все нормально, походу все нормально. Зимой забирать. Вот так вот. Ну сегодня дед, а тут обычно мебель. Не густо сегодня, не густо. Вывезли уже. Остатки от мебели от дивана, да? Подушки. Ну да, тут ничего нету. Сегодня еще, видать, еще завоза не было. А вот тут какие-то, нет, это просто бумажки. Газеты, бумаги, газеты, да. Здесь все расписано, что куда бросается. Угу. У каждого свой раздел. Стекло, бумага, картон, пластмасса. Газета сюда.
Видите, полностью. А это для чего вот это красное? Батарея. Батарейки различные. Точно, точно. Вот смотрите, друзья, батарейки. Вообще сила. Ну, не повезло нам сегодня. Кроме этого... Ничего, мы вернемся, да, мы вернемся. Мы здесь найдем домашний кинотеатр за 40 тысяч евро какой-нибудь. Да, и установим его в центре города Стокгольм. И будем крутить наши ролики. Так, ну что ж, ты же камеру взял, да? Да. Друзья, пока выключаюсь. Вот, приезжайте к Джону зимой в Стокгольм, так как теперь есть возможность загорать в солярии. Вот, пока все, смотрите Отзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.